есть душа. Душа есть, погранцы, душа. В 87-м году мы возвращались из Демократической Республики Афганистан. Нас уволили партию, 90 человек. Оренбургские? Нет, там ростовчане, Украина, ну, наша сборная команда была. И с Пянжа нас довезли до Душанбе автобусами, потом посадили нас в гражданский поезд в Душанбе. Ребята, ехало 90 человек, 3 вагона дембелей. Вы представляете, что было, да? 3 вагона дембелей. Дембеля, которые ехали, ну... Ребят, я не хочу обидеть погранцов, которые ходили по границе. Ехали погранцы, которые с Афгана ехали. Башню снесло, чеков умотаться. Там таксисты, там давай, там... Шурупы, да? Да-да-да-да. Машины так было. Мы едем в Средней Азии домой. С афганской, богом проклятой, границы. Теперь застава нам часто будет сниться. Но мы ж с границы, мы с границы. Теперь застава нам часто будет сниться. А мы с границы, мы с границы. И пассажиры, бросьте там кричать. А лучше загляните в наши лица. Вы в них найдете от камней печаль. Но мы ж с границы, мы с границы. Вы в них найдете от камней печаль. Но мы ж с границы, мы с границы. Я здесь пою, а там идут в наряд. И снова за камнями им не скрыться. А в поезде бутылок целый ряд. Но мы ж с границы, мы с границы. А в поезде бутылок целый ряд. Но мы ж с границы, мы с границы. А сколько женщин будет впереди? Но рано нам, браток, с тобой жениться. Не сосчитать засосов на груди у проводницы. А мы с границы, мы с границы. Не сосчитать засосов на груди у проводницы. Но мы ж с границы, мы с границы. Заплачь гитарострунною слезой. Мы будем вместе петь и веселиться. Зажмем бокалы мозолистой рукою. Но мы ж с границы, мы с границы. Зажмем бокалы мозолистой рукою. Но мы ж с границы, мы с границы. Мы едем в Средней Азии домой. С афганской богом проклятой границы. Теперь застава нам часто будет сниться. Но мы ж с границы, мы с границы. Теперь застава нам часто будет сниться. А мы с границы, мы с границы. Ой, братан, да.